космические катастрофы, но 30 лет, большую часть своей творческой жизни. И уже спустя год после его смерти в этом доме был создан музей. Большую помощь в создании музея оказали две его дочери. Это старшая Любовь и средняя Мария, и на 60-х годов младший внук Алексей Вениаминович Костин. Сейчас музеем руководит правнучка Елена Костина. Счастливое заблудочное детство, любимое детство. Один был Костя, Елена Леприин. В семье он был младшим, и ему пришлось идти на сигнализацию. Ой, далеко нельзя, под сигнализацией здесь. Сейчас застегнули. Она вот в окошечко видна, и там фотографируется. Переверить полковской губернии. Вы знаете, может быть, она и пожалела о своем решении. Он известно, одиноко. Но не приходят ли к ним после волки, а деревня, в которой она работала, располагалась в лесу. В этом доме жила большая семья. На его зарплату вдоволь можно было купить только картошки и хлеба. Совхоз очень много работал. И однажды он упал в обморок. Варвара и брат. Но жила в этом доме обычная семья. Как и в любой семье, случались.